Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение. Мгновение моей жизни». И сегодня одно из мгновений, о котором я хочу вам рассказать. Я буду делать лекарство, настойку из калины. Вчера я ехал с работы и случайно, проезжая там такой лесной дорогой, заметил, что вдоль этой дороги над речкой растут кусты калины. И эта калина уже поспела и довольно-таки уже созревшая такая, гроздями висела на этом кусту. Ну, там было несколько этих кустов, штук 10, наверное. А сегодня мы, приехавшие с работы, говорю жене: поехали, слушай, там калина есть, срежем, сделаем лекарство. Дело в том, что у меня гипертония, и очень часто поднимается давление кровеносное. А говорят, что вот калина очень сильно помогает, если сделать правильное лекарство и принимать ее регулярно. Это способствует снижению кровеносного давления. Итак, вот мы срезали два вот таких вот ведерка. Видите, прекрасные гроздья, такие спелые. Видите? Потому что уже у нас начинаются заморозки, как бы. И уже первый заморозок был. И вот вот такая вот она. Так что будем делать настоечку. Итак, прежде чем что-то готовить, нужно ее хорошенько промыть. Поэтому мы ее будем сейчас мыть. Одно ведерко и второе. Запах такой, пахнет красиво так. Красивые такие груночки. А потом мы ее аккуратненько всю пообрезаем вот так вот. Видите? И потом ее пустим через соковыжималку. Выдавим весь сок для того, чтобы освободить от этих веточек, от семечек. Некоторые говорят, что можно и семечками настаивать. Но я освобожу это все. Итак, покажу я, что будем делать дальше. И вот мы сейчас это все моем, видите, и очищаем, обрезаем все листочки. Все веточки, остаются у нас одни ягоды, видите? Так что процесс продолжается. Итак, мы все
помыли, обрезали. И получились вот, видите, одни ягоды. Получилось вот такое вот ведерко небольшое, полное. И мисочка. Ну, это отходы. Так что вот так вот. А сейчас мы это все будем пропускать через соковыжималку. Сделаем такой не сильно такой жидкий сок, а такой, чтобы получился как сироп с мякотью как бы. Итак, процесс продолжается. Поехали. Короче, процесс завершен. Здесь отходы. Здесь получилось вот приблизительно 1,5 литра. И здесь чуть больше литра. Короче, 2,5 литра получилось вот такого вот джема, сиропа калинового. Теперь мы сюда добавим сахар. И будем настаивать это. Ну, а сейчас мы приготавливаем на зиму калину для того, чтобы принимать ее потом. Вот у нас получился вот такой вот субстанция после того, как мы перетерли ее в соковыжималке. Отделились косточки, шкурка и маленькие веточки, получился вот такой вот продукт. Потом мы добавляем натуральный мед. Это цветочный мед с пасеки моего друга. Я у него постоянно его беру уже на протяжении многих лет. Я знаю, что у него этот мед всегда свежий, натуральный. Он вывозит этих пчел на разные поля, в леса, где цветут продукты, где цветут деревья, цветы. И собирают там его пчелки этот мед. И сейчас мы вот смешиваем калину с медом. Пропорция 1:1. И потом вот заливаем вот это вот в банку и ставим это в холодильник. Еще можно потом замораживать такие кубики, как бы ледяные, чтобы в морозилку положить их, эту субстанцию. И просто-напросто утром пьешь чай, и вот такой вот кубичек взял один, кинул в чай. Он растаял, и тоже очень полезно. Понижает очень давление. И вообще, очень много есть разных всевозможных рецептов из калины для восстановления своего здоровья, для повышения иммунной системы. И вот мы тоже вот это сейчас сделаем. И будем принимать понемножку. Так, смешиваем мед с калиной.
Итак, одна банка у нас, вот видите, вот, вот такая вот двухлитровая получилась. Мед наполовину с калиной, один к одному смешано. И это потом половину банки останется, и я буду пить регулярно. В день нужно выпивать 3 столовых ложки приблизительно для понижения давления на протяжении месяца. Попробуем. А половину банки я разолью завтра в такие пластиковые формочки и заморожу в кубике для того, чтобы добавлять чай. А вторую порцию я сделаю чуть-чуть по-другому. Я добавлю еще вот, вот вот такой вот мед. Видите, тоже натуральный лесной мед. Плюс этот мед и водка. И калина. И все это смешается. И это будет приниматься от кашля, от простуды, от ангины. Тоже будет вот такая вот лечебная субстанция, настойка спиртовая, так сказать. Очень тоже полезно при всевозможных заболеваниях, профилактике гриппа и всяких вирусов. Так что как-то так. Итак, у нас получилось 4 литра натурального продукта. Здесь у нас, видите, профилактическое будет от кашля, от гриппа, для повышения иммунной системы. Чисто так. Лечебное. А эта профилактика будет мне от давления. Буду принимать каждый день по 3 столовых ложки, как сказано в рецепте, с утра. 30 дней. Потом сделаем перерыв и продолжим. Посмотрим на результат. Вот как-то так.